Приветствую, друзья. По моему определению, творчество – это поиск наиболее простого решения любой сложной задачи через призму общечеловеческих ценностей. А нормальное состояние для человека – это состояние влюбленности или состояние выспавшейся, или состояние, когда человек делает добрые дела. Это триединая такая штучка, такой животворный кристалл. Если вы, например, не высыпаетесь, вспоминайте любовь. Или, допустим, когда вы не высыпаетесь, начинайте делать добрые дела. Знаете, потому что когда человек влюбленный, например, все клетки мозга работают синхронно и нет необходимости природе мозга, устройству мозга, затрачивать энергию на существование. И поэтому хочется делиться радостью, делиться хорошими советами, делать добрые дела, творить, создавать, сочинять музыку, стихотворения и так далее. Короче говоря, за любой кончик потянете, или начинаете добрые дела делать, или начинаете вспоминать любовь. А ожидание любви – это тоже доброе дело такое, когда клеточки мозга начинают работать гармонично, и свет в глазах смотрящего. То есть вы начинаете добреть, вы начинаете здороветь, вы начинаете становиться счастливыми, потому что вы полезны, потому что вам хорошо, вам хочется поделиться радостью. Друзья, кто еще этого не понял, кто не высыпается, начинайте делать добрые дела. Кто еще не влюбился, вспоминайте любовь. Ожидание любви так же важно, как и сама любовь. Ну, короче говоря, независимо от того, где вы, в какой точке времени и пространства находитесь, шансы, что завтра у вас все будет лучше, у вас есть. До встречи.